Привет, вы на канале Николь, Алиша, Алисы, да, на канале Алисы. Вот такой домик собачий, где живет собака, у которой есть много косточек. И эта собака хочет укусить всех за палец, тех, кто хочет у нее забрать косточки. Ну что, давай посмотрим? Она, наверное, не сильно кусается, чтобы детям было не больно. Ну да, скорее всего, она не сильно кусается, но, наверное, все равно страшно. Ну да. Давай будем открывать и смотреть. Можно и бояться. Правила игры простые. Берем. Очень простые. Да, поворачиваем голову нашей собачки. Опускаем. Опускаем. Она у нас ложится спать. Надо по очереди. Нажимаем на косточки, на любую косточку. Вот это да, как страшно. Она пыталась откусить мне палец. Так, ну что? Давай, первая будет Николь нажимать. Опа, теперь Алиса, давай, Алиса. Молодец. Так, теперь папа. Какую бы выбрать? Фу. Давай, Николь, теперь Алиса. Фу, все, зайка, теперь папа. Так, ну. Фу, вот. Осталось две. Давай теперь. Успела тебя укусить собака? Не успела, я успела убрать руку. Ты какая шустрая, Николь. Николь, дай я поцелую твой пальчик. Нет. Так, ладно, все, я иду спать. Это Теперь Алиса. Фух, я последняя. Молодец, теперь Николь. Я думала, опять на меня не нападет. Давай. Нет, не напала. Так, теперь папа. Так, теперь Алиса. Молодец. Так, подожди, теперь Николь. Теперь осталось папа. Две. Так, теперь Николь. Вот две. И вот это, по-моему, еще не нажато тоже. Нет, все нажато. Николь, да что ж тебе везет так? Николь, да что ж тебе везет так? Третий раз уже. Тебя. Где мои косточки? Где? Кто хотел забрать их, а? Кто? Папа. Алиса! Нет, папа. Это Николь! Это папа! Ну что, друзья, всем пока. Мы прогнали злую собаку. Да, все, прогнали? Да. Молодцы, ура! Николь, Алиса, пока. Пока. Увидимся завтра. Увидимся завтра. Пока.